Небеса! Что же мы наделали? Первые смертные, ступившие под их священные своды. Эта способность мне всегда нравилась. Я бы сделала такой же выбор.
не можешь снова сразиться с дьяволом. Твои раны едва затянулись. Небеса пылают. Это твоя вина, Тираэль. И твоя тоже, Нефалем. Посмотри вниз и узри, что натворил твой род. Аспект доблести во всем винит нас. Тяжело нам придется. Алмазные врата. Не винись, давным, не поддавайся. Ты не понимаешь. Поистину тем. Взгляни на разрушения, которые...
тени из преисподней подбираются к нам все ближе, зажимают нас в кольцо тьмы. Я сама, возможно. Я освобожу ее, и у небес снова будет надежда. Сады надежды. Архангел Аурель должна быть где-то здесь. Пройти дальше из-за этой скверны. Thank you.
направляют боги! Любила Ауриэль больше остальных ангелов. Почему? Доблесть, справедливость, судьба и мудрость — все они ничто без надежды. Благодарю тебя, Нефалем. Я верила, что написанное... Мы сами творим свою судьбу. Мое благословение... Мы тебя не подведем.
Диабло подавил волю небес. Готово.
Больше ни один прислужник Диабло не сможет использовать этот разлом. Yeah!
твою победу! Думаешь о ней, верно? Али. Да. Если бы только мы могли найти хоть что-нибудь, что напоминало бы о ней, и похоронить рядом с Декардом в Тристране, она была бы рада. Вот и все! Окончен. Использовать эту способность.